Так, ну где-то примерно человек 10. Этих подробностей, честно, вообще не знаю. Я вообще не знаю. Честно сказать, не знаю. Тоже не знаю. Я тогда училась, работала. Много было осуждено, но я не помню. 25 осудили. Ну, об этом не помню, сразу скажу. Ну, этого не помню. Мне 7 лет было. 10. А потом вот у меня моего тестя тоже осудили. Он тоже лагеря прошел. Ой, там считать что-то не будет. Главное, у кого чистое сердце было, тот шел за родину. И мы вернулись.